Акция «Полицейский Дед Мороз» стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением в преддверии Нового года. Сотрудники МВД России Зеленчукский присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой была организована экскурсия в районный отдел полиции для учеников полицейского класса школы села Даусус. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Предновогодняя акция стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением. Экскурсия началась с кинологической службы, где полицейские рассказали ребятам об особенностях несения службы с четвероногими напарниками, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак. Нам провели экскурсию по зданию. Мы увидели кабинет, в котором хранится оружие. Мы побывали в дежурной части и... Мы познакомились с некоторыми сотрудниками отдела милиции и с полицейским Дедом Морозом, повторили некоторые правила и узнали тоже много интересного. Юным полицейским показали дежурную часть, работу системы мультибиометрической идентификации личности, комнату вооружения. В актовом зале для учеников провели мастер-класс по разборке и сборке учебного автомата Калашникова. Оружие, которое находится на вооружении подразделения, вызвало живой интерес у школьников, а самые любознательные задавали интересующие их вопросы. Одним словом, ребята окунулись в работу полицейских. Все было очень интересно, я узнала очень много. С Дедом Морозом мы повторили правила и узнали много других правил. Полицейский Дед Мороз совместно с председателем общественного совета Мухатом Батчаевым и сотрудниками ПДН в игровой форме поговорили с ребятами о серьезных вещах, об основах законопослушного поведения и ответственности за свои действия, о правилах личной безопасности как на улице, так и в интернете. С наступающим Новым годом! Спасибо! Быть учеником полицейского класса – это не только большая честь, но и большая ответственность. Вы должны быть примером для подражания своих сверстников. На самом деле вы должны быть примером в школе. В общем, хорошо проведите эти каникулы, ничего не нарушаем, не хулиганим, вот. Только делаем добрые дела. Совершаем добрые, хорошие поступки. В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз пожелал ребятам крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и вручил подарки. Альбина Курачинова-Кенжева при содействии пресс-службы МВД.